сахаром? Да. Одно-две. Сами хуже, чем ты. Что-нибудь к чаю вам? Нет, спасибо. Под обстрелы не попадали? Люди выходят после проверки пункта пропуска к нам растерянные. Они многие не знают, куда им дальше двигаться, как ехать, каким маршрутом. Мы помогаем им с маршрутом. И закрываем, конечно, самые простые потребности, которые есть у человека. Это перекусить, даем водичку, покушать. Большая благодарность всему коллективу. Насколько они добросовестны, внимательны, готовят очень качественно, вкусно, калорийно, мясные блюда каждый день. Воды. 91.